Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс. На связи Александр Приколист, и мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve, Царство Гигантов, с модом Carrigans, ну и другими модами, которые мы, естественно, будем рассматривать в процессе игры. Черт, наконец-то они заткнулись, блин. И у меня произошел небольшой инцидент, ну, все нормально, я, правда, немножко перепугался. Когда запускал игру, почему-то она вылетела, и, блин, все моды в таких случаях отключаются. Ну, я их потом включил, правда, еле залез я в свою папку с модами. Забыл русский язык включить, ну, в принципе, пофигу. Просто я потом пытался опять залезть, очень долго ждал. Что-то у меня как-то... Ну, много модов в папке модов. Поэтому открывается все еще очень долго. Короче, обойдемся без русского языка. Пофигу на него. Так, нам нужно что-то с рассудком сделать. Кстати, по поводу молока. Тоже у нас осталось. Давайте вот так вот попробуем, запихнем. Мне кажется, должен сыр получиться. Опять с ума сошел, потому что мокрый, потому что, черт подери. Ладно, чем драться-то? Сейчас мало урона будет наносить. Давайте ужас еще добудем. Сейчас лето, правда, начнется уже. С рассудком мы что-нибудь решим, не страшно. Да-да, вон появился, по-моему, сыр. Так. Все норм. И масло. Масло тоже готовится. Блин, я запихивал его в это. Пытался запихнуть. Так, давайте между делом соберем вот это все дело. Запихнуть в алхимическую машину, а нужно в казан запихивать. Правда, нужны еще бабочки. Так. Вот, отлично, мы его затюкали. Бабочки. Вот я бабочек не особо умею убивать. Я знаю, что когда они остановятся. Вот так вот. Вот, отлично. Бабочек, сколько нам нужно бабочек? Побольше бы бабочек. Что-то там крыли бабочки. Вот это молоко. Отлично. Так. Цветочки давайте соберем. Немножко рассудок себе пополним. Черт, бабочка. Садись. А их тут две было. Там котик, по-моему, ходит. Сейчас он бабочек собьет, кстати. Мое. Отвали, мое. Так, моя. Отлично, спасибо. О, сыр. Сыр, что он делает, я не знаю. Кстати, неплохой сыр получился. Так, давайте два молока. Вот так вот попробуем две бабочки. И одну бабочку, и три молока. Или бабочек еще надо быть. Сейчас мы достанем еще. Сыр, смотрите, не... А, молоко из бабочки, походу, еще из какой-то выпало. Масло. А бабочка еще. Отлично. Еще бабочка. Черт, котика задел. Фак, я не хотел. Котика. О. И, по-моему, собаки бегут. Так, не, сыр получился. Я сколько бабочек засовывал? Походу, одну, да? Я одну бабочку засовывал. Давайте две бабочки, два молока. Так. Так, бабочку сюда, сыр сюда. Я слышу. Так, срочно бери шкурку. Мясная бита. Мясо. Опять сыр получился. Так, собаки где там? Где собаки? Так, шмяк. Давайте разбирайтесь. А чё, красных огненных не пришло? Не пришло. Пришли только синие.
трогайте мясо. Мясо мое. А чё так у вас дофига, ребята? Ладно, сейчас шатаем всех. Так, перо. Что-то там еще. Да, это все-таки, блин, из мышей вываливаются. Раньше я не видел, чтобы вываливались из мышей. Из синего камушка, я так понял, нету, да? Топливо уж с дерева взял. Не помню. А, убил же я. Только что убил же синевого монстра. Ладно, так, вот это, вот это. Вот это, давайте цветочек еще один возьмем. Еще цветочек возьмем. Так. Что-то сыр у нас там сплошной получается. Видно, я что-то не так делаю. Может, больше... Ну, сыр тоже неплохо. Может, больше крыльев бабочек. Пойдемте попробуем еще бабочек. Бабочек некуда складывать. Ладно, сейчас. Подождите. Сейчас уже ночь будет, да? Но молоко еще не испортится. Так, давайте что-нибудь... О, кукурузу можно забрать. Так, кукуруза. Кукуруза здесь. Так, у нас тут питая, все дела. Грибы сюда. Мандрагору... подождите. Подождите. Так, опа. Опа, опа. Отлично. Так, это сюда. Зубы. Кости. Черт, голову. Ладно, пускай будет голова. Так, топливо ужаса. Мандрагора пускай пока лежит. Веточки сюда. Масло нужно в холодильник убрать. Давайте посмотрим сыр вообще, как он у нас. Здоровье немножко поднимает, остальное все фигня. Так, дуриан вырос. Ладно, дуриан пускай. Так. Давайте так. И вот так вот. Я думаю, что-нибудь нормальное сделается. Масло. Масло сейчас замутим что-нибудь из масла. Какой-то там пирог. Блин, я не знаю, какие они там показатели прибавляют. Просто есть такая вещь, как в моде алхимии добавляются еще разные рецепты дополнительные. Да какого черта, уйди. По-моему, все равно к костру там ползет эта гадина. Так, это тоже это в холодильник. Так, это оденем. О, нормально. Немножко рассудок повышает. Пойдемте еще бабочек подолбим немножко. Вот, тем более тут их полно. Да черта, блин, зачем ты сорвал-то? Не попаду я никак. Отлично. Блин, чё, думал, что-то игра крашнулась, ё-моё. Опять напугался. Так, давайте, где еще бабочки ищем? Попробуем три бабочки засунуть и одно молоко. А может, тупо бабочки... Не, молоко нужно было, там написано было. Может, просто тупо крылья бабочек запихнуть? Так. О! Раз. Так, семечку возьмем. Прыгай, прыгай, давай бабочку мне лови. А то я фигово их ловлю. Давай, блин. Так, 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 так. Отлично. Спасибо. Так, давайте попробуем. Раз, два, три. И молоко. Грибы сюда. Семечки
сюда, пока все это растет, пока мы пока не стало все это нагреваться. А, что-то там быстро разготовилось. О, масло. Значит, нужно больше бабочек крыльев. Так, раз, два, три. Масло убираем. Отлично. Масло это хорошая вещь. Давайте еще бабочку тогда поймаем. 61-й день. Дождик, какого черта? Так, бабочка, садись. Где ты там? Черт, не вижу. Отлично. Слушайте, а вроде тут еще одна сидела. Ладно, пофигу. Так, делаем себе тогда еще одно масло. Ну, сыр, я так понимаю, хранится долго очень. Ну, это ладно. Так, это мы сюда уберем. Еще одно масло. Шикарно. Так, можно попробовать какой-нибудь пирог, но, по-моему, раз тут все это дело не поднимает. Так, что тут у нас? Кукуруза, кукуруза, морковка. Баклажан. Блин, баклажан сделали бы зелье себе. Баклажан я, блин, тот раз сожрал. Так. Семечек больше нет, да? О, семечка, давай. Семечка, давай. Так. Что делать? Зеленые грибы, по идее. Можно нажраться, да и все, зеленых грибов. У нас должны там быть зеленые и синие грибы. Вечер, зеленые грибы. Вечером сейчас вылезут. Тут мы грибов насажали. Черт. Сейчас тогда соберем грибами, отъедимся, да и все. Так, отлично. Сготовить, давайте попробуем хлеб сготовить. Хлеб, нам нужна мука. Кстати, там из грибов еще что-то можно. Давайте сделаем вот так вот муки. Топливо ужаса. На всякий случай два. Так, засовываем сюда. И вот это вот собирали, растет пшеница. Из нее сделаем муку. Тоже не знаю сколько. Написано, блин, в самом описании мода там отдельно идет. Касаемо. Кстати, как раз можно изучить. Так, нам нужно вот это. По-моему, два зуба. И набор для шитья. Зонтик. Зонтик нам и летом пригодится. Так, отлично. А мы тут ничего не готовим? Нет, мы ничего не готовим. По-моему, вот так вот. И любые грибы. Пошли. Мука портится, очень странно. Так, грибы. Грибы там любые. Жареные, не жареные, любого цвета засовываешь. И муку, по-моему, какой-то суп должен получиться грибной. Топливо ужаса. Кстати, давайте все-таки мы сделаем вот такой вот себе аметист. Я вспомнил, что его можно делать из двух этих камушков. Он нам нужен. Слушайте, по-моему, опять мандрагора. Какого черта? У меня там в настройках... по-моему, 4. О, грибной суп. Да, получился. Рассудок ты мне не поднимешь, наверное. Грибной суп. Прикольно. Получился. Еще хочу попробовать сделать хлеб. Хлеб, по-моему, молоко нужно. По-моему, масло, молоко и тесто, либо... Либо нет. Черт. Не, хлеб не будем пробовать делать. Или попробуем. Давайте попробуем. Конечно, масло жалко. Давайте вот так вот сделаем. Черт, темно. Так.
Где у меня тут вот это? Веточки. Сыр? Не, сыр получился, черта, жалко. Так, давайте с рассудком уже решать проблему. Мне надоело это дело все. Так. Так, 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 так. Что-то там у нас повырастало. Так, кукуруза. Питая. Так, питая здесь. Питая здесь, кукуруза здесь. Арбуз, так сожрем. Так. Это сюда. Наверное, сделаем сейчас себе теневой манипулятор и сделаем новое оружие еще. Так, сыр забирай. Сыр, мне кажется, будет долго храниться. Это потом сожрем. Там яйцо нужно было, черт. Яйцо, масло, по-моему, и мука. Ну ладно. Накосячил так накосячил. Бывает. Все лето началось. Да куда ты прыгаешь? Давай. Почему-то на 62-й день, почему, я не понимаю. Почему именно 62-й день? Что за фигня? Черт, что-то мандрагор больше. По-моему, 4 штуки максимум должно их приходить. А они у меня были, сейчас опять. Настройки моды я проверял. Что за фигня? Так, это я хотел тупо птице отдать все. У меня же там много в холодильнике, да, мяса? Не очень много, но нормально так. Это я хотел все птичке отдать. Да черт, давай, давай, яйца будем там с мясом мешать, еще чем-то. Давай, яйца собирай. Так, яйца готово. И, блин, пока я не забыл. 8 штук, конечно, маловато. Я вообще костер, да, изучал. Так. 8, 8 этого. И, по-моему, что-то еще, уголь или что? Да, уголь. Нам нужен уголь. А, у меня есть уголь откуда-то. Походу, от крампусов остался. И порох. Так, 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 так. Еще один. Нам должно хватить вот 8 пороха. И, и 20 вот этих вот дротиков, чтобы убить муху. Огненную, драконью муху. Так, это мы с собой возьмем. Трава у нас есть. Так, у нас нету дерева. Пойдемте добудем. Я хотел манипулятор сделать с него. По-моему, у нас все на него есть. Нужно топливо ужаса вроде бы. Я подозреваю, что у нас не хватает немножко дерева. А, не, все нормально. Топливо ужаса я мало взял. Отлично. Так, делаем себе тогда вот этот манипулятор. Что тебе мешает? Удочка, наверное. Так. Что тебе все мешает, я не пойму. О, отлично. Вот уже с помощью теневого манипулятора мы можем забабахать себе. Опять же, это все к алхимии относится. Вот такую канитель. Кстати, сейчас мы ее и забабахаем. Давайте только мясо соберем. И есть смысл попробовать себе еще сделать зелье. Хоть оно и называется вроде термал, но как раз, по-моему, оно от жары. Золото, мед и трава. В принципе, у меня все это есть. И мед сейчас можно будет еще собрать. Так.
Так. А, сушеное мясо у нас где-то здесь было. Что можно отсюда убрать? Это мы свиньям дадим. Я вот даже не знаю, попробовать, нет? Давайте все-таки попробуем хлеб сделать. Чего у меня это масло лежит просто так? Так. Давайте попробуем все-таки. Так. Вот это дело. Так. Это масло и яйцо. По-моему, так. Ну, так, обычная жрачка, грибной суп. Здоровье, не знаю, прибавлял, нет. Ну, видимо, если и прибавлял, то довольно-таки слабо. А у меня мед остался? Нет, мед остался. Мед есть, золото у меня немножко есть. Да, получился хлеб. Бир? Да, хлеб получился какой-то, черт, какая-то фи... Все, в принципе, можно сказать, что мы посмотрели. И вот эти штуковины. Давайте несколько штучек сделаем их. Я даже сейчас один замучу. Если это зелье нагревает нас, то по-любому мы сейчас нагреемся. Если вдруг появится еще и иней, в принципе, у меня такое было, то значит это все-таки зелье для того, чтобы остужаться. Так, возьмем семечку, пока есть такая возможность. Пока все это растет. Пока вроде не высыхает. Я такого не вижу эффекта. Опять у меня драться нечем, а копье я не взял. Я хочу забрать мед и рыбу, вон, смотрю, много. Обычная рыба. Немножко меда. Так, пчелки, отвалите, я вам включу снежкометку. О, грибы. Соберем. Пригодятся. Немножко нагреваюсь, но вполне возможно, что это все из-за того, что лето. Либо я нагреваюсь из-за этой фигни. Давайте еще одну сожрем на всякий случай и посмотрим. Походу, все-таки это нагревает. Да, блин, не просто так мне писали. Хотя странно, я почему-то в обычный сезон это дело... В осенью пробовал. И он меня почему-то не нагревал, почему-то у меня иней был. Какого черта? А че это вы так далеко-то за мной? Пчел, а что это такое с ними? Они что, теперь не отстанут? Это дело мы на зиму тогда оставим. Это все не то. Подождите, а какого фак, черта вы за мной-то летите все? Какого фак, черта? Вам не сиделось в улей-то, а? Засранцы. Я не понял, что за глюк. Так, нам нужен термальный камень. Так. Да, походу, все-таки зелье это согревающее. Нужно было зимой им пользоваться. Ну ладно. Ну, странно. Да, хлеб лечит немножко. Может, какой-то еще эффект дает. Так. Биту пока уберем. Я с ней там собрался драться. Так, морковка у нас одна. Давайте вот это пора включать. А то что-нибудь загорится. Будет печально. Так. Мандрагоры. Что-то дофига сразу мандрагор у нас. Камень. Где-то у меня камень тут лежал. Я так сейчас и буду нагреваться. И рыба. Что с ней сделать?
Из рыбы тоже что-то делается, по-моему, от намокания. Так, где ты тут? Синий гриб и рыба. Да я не знаю. Пускай сидит. Тут давайте что-нибудь воткнем, глядишь, что-нибудь еще вырастет. Так, и вот это нужно будет обязательно все дело ломать. Так. Это сюда. Это сюда. Так, это нам нужно, нужно. Я бы сделал бы еще себе один, на всякий случай, камень вот этот термальный. Запихнуть его в холодильник. Колокольчик я взял? Нет, колокольчик я не взял. Пойдемте порубим дерево. Я надеюсь, я не сдохну. Ну, если что, амулет у меня есть. Надену амулет, буду с амулетом бегать. Я боюсь, потому что, может, сейчас я могу так шарахнуть сейчас, что, блин, вместе с деревом и меня накроет. Нога, короче, может и меня сейчас накрыть. Вот наши персонажи быстрее, чем другие, но я попадал сколько раз под это все дело. Все равно это может сгореть сейчас. Сейчас вот так вот. Так. Давайте рюкзак на видном месте сбросим. А где у меня? Подождите, я же взял. Да, взял. Так, рюкзак сбрасываем. Встаем куда-нибудь сюда. Делин, делин, делин. Только бы не накрыло. Я не помню, нога Анатолия прыгает туда же, где мы звонили. Да, по-моему, туда же, где мы звонили. На базу не иди, а. Слушай, будь человеком, на базу только не нужно. Энты вылезли. О, фак, куда пошло? По-моему, 3 шага всего обычно делает. Свиней нужно срочно, там энты вылезли. Черт, где рюкзак? Энт вылез, отлично. Сейчас побежали бы за свиньями. Где-то я тут свинью только что видел. Где ты? О, вот он. Один. Так, семечку возьмем. Пошли за свиньями. Сейчас как раз день долгий. Нам главное их приучить, чтобы они за нами бегали. Так. Свиньи. Вон они дерутся тут с этими. Так, одна. Ай ты черт. Так, вторая. Так, еще одна. Третья. Так, и вот это включаем у них, чтобы они не загорелись случайно. Пошли. Фак, все хочу собрать. Ладно, там под дерево нам места хватит. Пошли. 4 свиньи нам вполне хватит для того, чтобы этого шатать, если он не залез случайно там. Так, побежали. Сейчас начнем нагреваться. У меня на 2 костра эндотермических есть. Черт, свиньи. Стой, без паники. Свет, пошли. Пошли. Пошли быстрее. Мне некогда с вами, блин. Где энт? Не спрятался, отлично. Так, берем это. А че это у него не вылазит это? А че это он? Короче, либо... Мне кажется, из-за того, что слишком много тут посадок, он просто не может бить... Ну и ладно, свиней тогда зря мы приманивали. Ну как, свиньи все равно сейчас тут будут бегать где-то. Так, много шишек, много дерева сейчас соберем. Так. Собираем тогда все это дело. Так. Нам нужно еще домиков свиней наставить. Наделать. В принципе, камни у меня есть. Дерево сейчас тоже будет. Так что сейчас с деревом мы разберемся. Все нормально будет. Так. Так, отлично. Свиньи там бегают. Но далеко они не должны убегать, по идее.
Я не знаю, свет какой-то включить, что ли? Идите сюда же. Нате вам свет. Стойте, не уходите никуда. А где еще одна свинья? Где еще одна свинина? Ой, это странно, было 4 же. Так, кустика. Подожди, кустика. Так. Собираем. Это дело мы обратно посадим. Так. Шишки мы все норм, а дерево, в принципе, нормально так, одним звонком колокольчика я так снес неплохо. Главное, что, по-моему, до базы он там сутки не добрался. Так, отлично. Сажаем еще. Так. Так. А перегрев, в принципе, не должен пока еще начаться. Все нормально. А травы у меня с собой нету. Мало травы. Это плохо. Так. Ладно, семечки сожрем. Так, все я собрал. Ну, по-моему, где-то здесь еще дерево осталось, и кусты там внизу остались. Что, не помещается дерево уже? Придется доски фигачить. Так. 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 Просто, когда доски больше помещается в один слот, когда переработанные. Так. Так. Так, 10 есть. Давайте еще тогда. Так. Фигачим, нагреваться пока не нагреваемся. Отлично. Так. Так. Шикарно. О, я, по-моему, все дерево как раз, да? Да, все дерево как раз потратил уже на 20 досок. Это 5 домиков. Свиньи пока со мной. По идее, недалеко от своего лагеря они, поэтому все нормально, я думаю, будет. Так, давай. Осталось чуть-чуть собрать уже. Так, каштан сожрала. Так. Копнем. А трость... Ну, давай, сохраняйся. Быстрее, все, побежали. Камень нужно поменять. Но все равно, около базы, неохота мне. Побежали. Так, где база? Котики бьют там, продолжают. Так, ну, здоровья много мы, я думаю, не потеряли. Так, засовывай сюда. Это бери. Все, должно отпустить уже, да. Все нормально. Так. Доски пока складываем, все это дело складываем. Гнилье мое. Я лучше что-нибудь удобрю. Все, свиньи отвязались, ушли. А, некуда, да? Некуда складывать. Так. Так. Это дело все сажаем. Так, я думал, есть смысл собрать, а вдруг сгорит. Черт, я не понял с мандрагорами, почему они все приходят постоянно. Опять пришла. Вроде все нормально с настройками делал. Так, трава. Трава нужна. Дерево немножко оставим здесь. Шишки я забыл посадить, черт. Так, и есть он хочет уже. Так. По-моему, хватит мне этого дела.
Это оставим. Это сюда. Кстати. Так, так. Делаем себе вот эту штуку еще. Ну, вдруг куда-то будем направляться. Например, в пещеру пригодятся эти пузырьки нам. Так, это сюда. Шишки пока сюда. Это нужно, это нужно. Порох все лежит. Колокольчик пока не нужен. Так. Это сюда. Сегодня пожрать нужно сготовить. Я не знаю, вот так вот взять да пожрать. А, давай вот так пожрем, да и все, делов-то. Так, что? Что я еще хотел? Нужно домик у свиней больше сделать, нужно сделать армию и пойти уже шатать муху. Не муху, а пчелу. А то потом припрется еще и другая, блин. Так, где-то еще семечку видел. Так, в итоге, давайте посмотрим, сколько у нас получится камней. Все тратить я не буду, немножко нужно будет оставить. 6 и 3. Это на 3 домика. На 3 домика нам нужно 12 досок. И, так, 3 и 12 шкурок. По-моему, так. Так, давайте поменяем. Пока, кстати, хороший совет. Напомнили мне просто. Так-то я знал. Хорошо, что мне напомнили. Причем мне напоминают очень часто про это. Что нужно... Если около базы тусуйся, делай 2 камня. Один пускай лежит в холодильнике, второй... Второй с собой. И так меняешь, если около базы тусуйся. Удобно. Так, еще один домик. И еще один домик. Итого у нас 3 я поставил. Ну, грубо говоря, свиней 6-7 будет. Посмотрим. Так, бить мне их пока нечем, поэтому фиг с ними. Давай вот этот тоже возьмем. Копье с собой не таскаю, плохо. Так, а вот это мы заберем. Так. Ничего нету. Давайте заберем и уйдем. Неужели они опять за мной сейчас полетят все? А пауки дерутся со с этими. Да, дерутся. И пчелы какого-то черта опять за мной летят. Что-то глюкнуло, что ли? Чего они за мной летают без остановки? Что за фигня-то? Ну, сейчас мы их шатаем. Давайте возьмем мясную биту. Чего они за мной летают? Почему они не отвязываются? Так, отлично. Успел. Светлячки. Где-то у меня там должны быть. Да вон еще светлячков дофигища около этих. Так, так. Сачок. 2 паутинки. 2 паутинки, веревка, веточки. Так. Мне некуда складывать, черт. Так. Мед сюда. Мясо пока сюда. Мясную биту тоже пока сюда. Паутинки, черт, сюда. Паутинки я же набрал еще. Так. Еще один светлячок вроде там должен быть. Мандрагору не вытаскивай, блин, сейчас будет орать. Перекати поле какого-то черта тут летает. Еще одна мандрагора появилась, по-моему. Так, несколько светлячков. Отлично. Так. Куда-нибудь сюда. Так, шкурки. Шкурки пускай лежат. Так. Не буду даже тратить селитру пока.
Не хочу. А не видно вообще, меняется, не меняется. Блин, или они у меня одинаковые? Так, сачок. Тоже пускай тут торчит, мне удобнее так видно будет. А сколько это веревок? По-моему, 4 веревки. Так. Да, 4 веревки и 12, блин, мрамора. Я думал, много мрамора. Ничего подобного. Так. Мраморная броня. Будем танковать, пробовать. Так. Это все сюда. Дальше. Это. Это сюда. Так. Паутина. Какого черта у меня везде паутина лежит? Шапка где у меня? Так, шлем оденем. Дальше. Где камушек? Камушек забираем, меняем. Так, это пускай будет. Это все пускай тоже будет. Так. Даже зонтик пока лучше. И что мне еще? И мне бы еще замутить себе зелье. Что-то какое-то там зелье у нас было, которое делает вроде бы как нас немножко сильнее. Зелье ярости, либо зелье злости. Так, черные перышки и жало. В принципе, это легко. А вот только мне нужно еще сделать, а то забуду. Перевую шапку сделаю. Чтобы была. Так, и поехали. Значит, это сюда. Это сюда. Шапку тоже сюда. И жал полно. И делаем себе вот эти зелья. Блин, с этими зельями, конечно, жесть. Пару штучек я оставлю здесь. Ладно, у нас уже сколько всяких. Это, по-моему, сытость. Давайте посмотрим, кстати. Мне кажется, на полную, наверное. Так, и в принципе, наверное, все. Нужно приманивать свиней, в принципе, можно, наверное, идти. Так. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть давайте возьмем. Так, пошли к свиньям. Пока есть возможность. Так, сразу место освобождаем. Черт. Обломись. Они это не носят. Они это не носят, блин. А это носить буду только я. Ладно, фиг с ними. О, сейчас свинью загрызут, чё-то. Так. Пошли тоже подеремся. Кто-то меня там бьет, а кто не пойму. В таком количестве, что бьет меня. Кто меня так дубасил долго? Так. Возьмем еще мясо, значит. Так. Возьмем этого. Так. Шкурка. Так, лечилка. Все шлемы-то я повыкидывал. Так. Это моя свинья. Так. Это моя. Так, себя тоже ковим. Не получилось, к сожалению, армии именно. Не получилось у меня армии именно такой вот, какой я хотел. Черт, свиней что-то маловато. Одну сожрали. Так, сломайте этот кокон. Он мне не нужен здесь. Давай, ломай. Самое главное, это я не взял оружие.
Так, кокон пока положим здесь. Если что, он потушится. Свинья. Пошли. 5 свиней. Это, конечно, мало. Что-то он там говорит, а чего я пока не понял. Что-то говорит, а что-то ему не нравится. Ну, походу, что жарко. Я даже не знаю, давайте что-нибудь заготовим. Этот туп у меня лежит, все это дело. Хотя тыква с морковкой нужна. Гриб закинем. И вот так вот. Не знаю, может что-нибудь получится. Опять еще одна штука получилась такая. Гранат. Так. Вот это нужно. Шлем. Черт, я все шлемы унес, да? Нет. Шлемы я не все унес, а куда тут у меня улетел? Этот можно выкинуть. Блин, жалко, никакой нету фигни, которая перерабатывает все это дело. А эти... блин, фигня получилась. Так, это сюда. Сюда обычно. Понятно. Все, понял. Я же это... У меня снежкометка уже стоит. Куда свин пошел, сволочь? Куда пошел? Куда собрался? Так. Семечек я не набирал, а семечек нет. Кстати, давайте вот так вот. Так вот. Сделаем себе. Так, это уберем. Хилки. Я даже не знаю, сделать, не сделать. Давайте сделаем, наверное, все-таки. На всякий пожарный, я так чувствую, сейчас меня будут бить очень сильно. Так. Камней немножко осталось, я камни лишние не убирал. Нет, камни лишние я не убирал, у меня их и не было. Так, сколько? 4 лечилки хотя бы сделаем. 2, 3, 4. Так. Это сюда. Съедаем вот это. Так, шлем нам точно понадобится. Броня нам точно понадобится. Остальное... Остальное под вопросом. Ну, конечно, у меня место уже занято. Зелье скорости... Честно говоря, может быть, понадобится. Может быть, будем убегать. Собирать, по идее, там... Ну да, есть что собирать. У меня места, правда, маловато, но... кстати, мы с собой Честера возьмем. Оставим его где-нибудь там. И пускай себе... Пускай себе стоит, потом в него все, что соберем, загрузим. Так, стоп, свинья. Так, раз. Так, свинья, стой. Свинья, стой. Так, камень меняем. Я надеюсь, я поменял. Так. Ну все, на этом мы серию давайте закончим. В принципе, чтобы слишком длинно не затягивать. А уже в следующей серии побежим атаковать королеву пчел. Ну, я думаю, мы ее разнесем. Либо она нас. Посмотрим. Все, кому понравилось, не забывайте ставить пальчик вверх, подписывайтесь на канал, кто не подписан, заходите в группу ВКонтакте. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.